Здравствуйте! Сегодня мы с вами сплетем вот такой вот браслет. Называется он «Сердце ангела». Он очень красивый, объемный, воздушный и плетется несложно. Для его плетения нам понадобится всего лишь два столбика. Я буду использовать вот такую вот рогатку, красные резиночки и черные резиночки. Итак, приступим. Внутренняя часть моего браслета будет черной. Поэтому беру первую черную резинку, одеваю на первый столбик, перекручиваю восьмеркой, одеваю на второй столбик. Беру красную резинку, не перекручивая, одеваю. И все последующие резинки я не буду перекручивать. С левого столбика беру нижнюю черную резинку, скидываю в центр. А с правого столбика беру верхнюю красную резинку и перекидываю на левый столбик. Беру красную резинку. С правого столбика скидываю черную нижнюю резинку в центр. А с левого верхнюю красную перекидываю на правый столбик. Итак. У меня на двух столбиках получилось по две красные и в центре перекрученная черная резинка. Беру черную резинку. Теперь с каждого столбика верхней красной резинки я скидываю в центр. Беру красную резинку. Теперь с левого столбика скидываю в центр красную нижнюю резинку, а с правого столбика перекидываю на левый верхнюю красную резинку. Беру красную резинку. Теперь точно так же делаю и на правом столбике. Нижнюю красную скидываю в центр с правого столбика. А с левого столбика я беру верхнюю красную и перекидываю на правый столбик. Беру черную резинку. С левого столбика скидываю верхнюю красную в центр. Отодвигаю вторую красную резинку, захватывая нижнюю черную. И скидываю в центр. То же самое делаю и на правом столбике. Скидываю верхнюю красную, отодвигаю красную резинку, захватываю нижнюю черную и скидываю в центр. Беру красную резинку. Скидываю на левом столбике нижнюю красную в центр. С правого столбика верхнюю резиночку перекидываю на левый столбик. Одеваю красную резиночку. С правого столбика скидываю в центр нижнюю красную резинку. С левого верхнюю красную перекидываю на правый столбик. Беру черную резинку. Скидываю с левого столбика верхнюю красную резинку, отодвигаю вторую красную, захватываю нижнюю черную и скидываю в центр. Также повторяю и на правом столбике. Скидываю верхнюю красную, отодвигаю вторую красную, захватываю нижнюю черную и скидываю в центр. Одеваю красную резинку. Скидываю нижнюю красную резинку с левого столбика в центр. Захватываю верхнюю резинку с правого столбика и перекидываю ее на левый столбик. Одеваю красную резинку. Нижнюю резинку правого столбика скидываю в центр. Верхнюю резинку красную скидываю и перекидываю
на правый столбик, одеваю черную резинку, скидываю верхнюю красную с левого столбика, отодвигаю красную нижнюю, захватываю черную нижнюю и скидываю в центр. Беру на правом столбике верхнюю красную, отодвигаю вторую красную, захватываю черную нижнюю и скидываю в центр. Беру красную резинку, скидываю с левого столбика нижнюю красную, захватываю верхнюю красную правого столбика, перекидываю на левый. Беру красную резинку, скидываю с правого столбика нижнюю резинку, захватываю с левого столбика верхнюю красную резинку, перекидываю на правый. Беру черную резинку, скидываю с левого столбика верхнюю красную, отодвигаю вторую красную, захватываю черную нижнюю и скидываю в центр. На правом столбике скидываю красную верхнюю, отодвигаю вторую красную, захватываю черную нижнюю и скидываю в центр. Повторяя такую последовательность, плетем дальше до нужной нам длины. Вот такой вот рисунок у нас вырисовывается. Я плету вместе с вами. Итак, я доплела браслет нужной мне длины. Теперь оденем застежку. Для этого нижний ряд скидываем в центр. С левого столбика скидываем на правый столбик черную резинку. Берем застежку, захватываем две резинки и снимаем с рогатки. Соединяем с другой стороной. Для этого на другом конце найдем перекрученную черную резинку. Оденем на два столбика, чтобы удобнее было одеть застежку. И захватим две резиночки. Вот такой вот браслет у нас получился. Заходите на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, следите за обновлениями.